Команда вылетела в Сочи транзитом через Москву. В столице и кормильцам должны были присоединиться другие игроки. На следующий день «Скайэнерго» уже в полном составе проведет первую тренировку. Как сообщает пресс-служба клуба, предсезонный сбор продлится до 2 февраля. За это время армейцы проведут на курорте 4 контрольных товарищеских матча. Так, 23 января и 2 февраля хабаровчане сразятся с нижегородской «Волгой», 26 января с клубом из Сочи, а 29 января с калининградской «Балтикой».